до выборы в 5 округах. В воскресенье люди придут на избирательные участки и проголосуют за своих кандидатов в народные депутаты. О предвыборных настроениях и раскладах подробнее наши корреспонденты. В этом году депутаты Первомайского горсовета решили выселить окружком из своего здания. Мол, хватит с них выбитых стекол и выломанных дверей. Вот так это было год назад. Вот так выглядит помещение окружкома в округе 132 Первомайской Николаевской области. И вот ожидания членов комиссии. Это будут суды, пересуды, и это будут жалобы, скарги. Это будет 100%. За свои проценты борется чертова дюжина. Кандидатов 13, но лидеров двое. Губернатор Николаевской области Николай Круглов и участник предыдущей гонки оппозиционер Аркадий Карнацкий. Остальные те, кто, скорее всего, будут судиться после выборов. Избиратели агитируют повсюду. С помощью билбордов, машин, листовок, а еще меняют подписи людей на очки для коррекции зрения в палатке одного из технических кандидатов. Это откуда съемка? А вот более традиционные методы агитации. Встреча с избирателями. Главное увидеть избирателя. Избиратель должен увидеть тебя, понять твою программу, задать вопросы. Для того, чтобы, скажем, был диалог избирателя и кандидата. Прийти на участок и проголосовать, так настроены жители Первомайска. А вот чтобы у кандидатов после перевыборов не было оснований идти в суд, ЦИК пообещал решить вопрос с помещением. Столичный округ номер 223 бьет рекорд по количеству кандидатов – 75. За день до выборов лидеры гонки встречаются на дебатах. Их трое – самовыдвиженец и бывший глава Шевченковского района Виктор Пилипишин, юрист Татьяна Монтян. А вот это место единого кандидата от оппозиции Юрия Левченко. Пусто. Его перехватываем возле оккупированной майдановцами Киевской мэрии. Не було, у мене жодних дискусій з Монтяном абсолютно не було. Я з нею абсолютно не бачився і не збираюсь бачитись, тому що це абсолютно не, ну, немає про що до неї говорити. Сьогодні головний конкурент наш на виборах – це фальсифікації. Фальсифікації будуть навряд чи. У нас є дві потужні сили, які будуть стежити одна за одною. Пилипишина і Свободи будуть пильно дивитись один за одним. І оскільки у мене немає ресурсу, я скористаюся результатами їхнього взаємного моніторинга. Віктора Пилипишина теж Майдан не оминув. З утра ми його застали в виставочному центрі «Київ-Експо-Плаза», де розселяють активістів. Все більше не столичних, а й з регіонів. Пік один день був такий, весь повільний. Сьогодні на ранок було 5 тисяч людей. Но побеждать Пилипишин будет голосами других, столичных избирателей. Дуже багато хороших людей, які мене підтримували, вважали, що я і так переможу, і вони не прийшли на вибори. На цих виборах ми зробили все, щоб ці хороші люди знайшли півгодини часу і прийшли на вибори і проголосували. Всі троє согласні в одному. Надо, щоб у воскресенье избиратели явились на участок і проголосували. В округе в Киевской области претенденты на мандат совсем новые. Регионалка Засуха от участия отказалась. Оппозиционера Виктора Романюка, который уже год как Виталий, суд с регистрации снял. Альтернативой провластному кандидату себя называет Юрий Кармазин. Хотя, утверждает, поддержки лидеров парламентской оппозиции не просил. Відбувається елементарний торг. Элементарный торг, как на базаре. Я в торгах участи, как на базаре, не принимаю. Претензии к оппозиции раньше были и у кандидата от радикальной партии Андрея Лозового. Но теперь именно за выдвиженца Олега Ляшко призывают голосовать «Батьківщина», «Удар» и «Свобода». Задача влади сьогодні – це закрити від нас, від людей, від преси, від громадськості те, як відбувається підрахунок голосів. Фіксуємо всі порушення. Якщо вони йдуть на силовий варіант, ми їм дамо відсіч. Після того, як Лозовой вчора став єдиним кандидатом від опозиції, всім стало зрозуміло, що в округе два фаворита – он і Руслан Бадаєв. Ярослав Кречка, Ірина Ваглай, Єлена Бринза, Владимир Кувакін, Андрій Кузнєцов і В'ячеслав Фролов. Подробності телеканал «Інтер».